Будут ли в будущем эфиры в Телеграм, спрашивают. Я не знаю. Я не готов вам сейчас ответить. По определенным причинам я прекратил их. На самом деле, в принципе, можно даже назвать эти причины. Я прекратил эфиры в Телеграм, потому что проанализировав, то есть я где-то год их проводил, и проанализировав эти телеграм-эфиры, я пришел к выводу, что пользы от этих эфиров было меньше, чем вреда, вот что я для себя открыл. И поэтому я решил, что либо нужно как-то по-другому их делать, то есть формат не так, чтобы там каждый мог говорить очень много. Вот смотрите, вред, что я подразумеваю под вредом? Вред – это то, что там очень много происходит конфликтов. В таком темпе разговора, когда ты говоришь, тебе отвечают, и кто-то что-то такое может сказать, что выводит тебя на эмоции, и, в общем, люди между собой начинают ссориться. Я считаю, что это польза, которая... А польза в чем вообще польза от этих эфиров? Это общение друг с другом, то есть как ответы на какие-то вопросы, возможно, изменение там мировоззрения каких-то людей, там, сомневающихся, не понимающих. И вот если ты посмотришь результат, то есть пользу, и посмотришь вред, то я нашел для себя, что, по крайней мере, такие частые телеграм-чаты, они приводят к большему вреду, чем о пользе. Поэтому я решил их прекратить. И если я их буду возобновлять, то буду это делать уже не так в любом случае, как раньше, чтобы каждый вечер практически, да, мы собирались в чатах. Больше такого я делать, конечно же, не буду. И вообще подумаю над тем, как это сделать максимально полезно. Почему не отвечаешь в Телеграм? Я отвечаю в Телеграм, но когда есть необходимость отвечать. Просто там, привет, как дела, я не отвечаю, конечно. Но если есть именно, то есть то, что, если меня задали вопрос какой-то там, или на который необходимо ответить, то я это, конечно, сделаю. Ты помнишь хоть один прогноз от интернет-экспертов, который сбылся? Я не помню ни одного, а слышал я очень много. Но смотря кого ты имеешь в виду под интернет-экспертами, например, является ли таковым Арестович? Если да, то он очень четкий прогноз на войну, например, дал. Вот. Если же подразумеваются какие-то там комментаторы, ноунеймы, то ну, здесь, наверное, ну, вряд ли их вообще можно назвать интернет-экспертами. У меня с момента, как подал заявку в партию, что ты говорил, родился ребенок и уже пошел. А ответа еще нет. Что там, брат? Валейкум ассалям, рахматуллах. Как только начнется рассмотрение и принятие в партию, все получат ответы по этому поводу. Не переживайте. سأزيل صدودا وقيودا فسأ